Приветствую на канале Asmodeeplay. Мы играем Hitman 3. Так, у нас что? У нас последнее пристанище. Давайте выйти в меню. Это что у нас это? Hitman. Вот неплохо, да, человек отдыхает. Наворотил дел. Вот он, рай. Для тех, кто при деньгах. Джентльмен, я рада, что вы выбрались из Нью-Йорка. Где мы? Оливия расшифровала данные, которые 47-й нашел в банке. Мы нашли три операции со счетов партнеров Провиденса. Все три денежные переводы предназначены для небольшой фирмы «Гавань» и на Мальдивах. Чем занимается «Гавань»? Официально они показывают услуги по управлению репутацией миллионером, но основной доход они получают втайне, помогая богатым преступникам сменить личности. Ух ты! Они помогают людям исчезнуть. Партнеры создают себе новые личности с помощью гавани. Да, Оливия попыталась взломать серверы гавани, но владельцы фирмы меняют коды доступа вручную каждые 10 часов. Поэтому, к несчастью для них, они стали целями. Вот так вот. Было бы автоматок, выжили бы. Остров Гавань. Настоящий райский уголок. Островом владеет основатель компании Тайсон. Гавань использует остров и как головной офис, и как курорт для клиентов. Действующие и потенциальные клиенты прибывают сюда на пароме и наслаждаются лучшим отдыхом на Мальдивах. На Мальдивах никогда не был, не могу судить. К их услугам спа-массажисты, еда, личное бунгало, спортзал и все прочие блага роскоши основного курорта. Короче, нам рассказали, как их можно завалить. Прикинуться массажистом, сломать спину, отравить. 47-й, мы отправим тебя как потенциального клиента. Естественно, мы подготовили убедительную легенду. Ты мистер Риппер, вор-наемник, которому нужно исчезнуть. Твоя задача на острове очень проста. Ты должен устранить тех владельцев, трех владельцев гавани: Тайсона Уильямса, основателя и директора компании, известного своим крутым нравом, Людмилу Витрову, бывшую аферистку, которую Уильямс нанял для поиска и обслуживания клиентов, и, наконец, Стивена Брэдли, генерального инженера, создавшего для гавани особую программную платформу. После устранения владельцев Оливия сможет взломать серверы гавани на достаточно долгий срок, чтобы узнать новые имена партнеров. Я загрузила всю информацию, которая у нас есть об острове и трех целях. Желаю удачи, джентльмены. Хм, я не верю в удачу. Правильно, я профессионал, но она все же не подводит. Не подводит, но... Верить-то все равно я в нее не верю. Хотя красиво. Может, где-то здесь акулы плавают, которые хотят меня съесть. Миссия активна. Ну давай. Смотрим. Играть. Так, три. Раз, два, три. Ой, а это такой-то весь в коростах. Прыщавый. Давай, Ветрова, Людмила, Люся. Добро пожаловать на Мальдивы, 47-й. Обычное приветствие. Ничего нового, как у меня. Че, и все, что ли? Ну, спасибо, буду отдыхать. Персонал острова Гавань ждет вашего прибытия. Под видом Табисы, рэпера, профессионального вора, решившего удалиться от дел. Людмила Ветрова работает на общедоступных участках острова, в основном обслуживание клиентов. Стивен Брэдли чередует отдых после интересных тренировок и работу на небольшом частном острове. Тайсон Уильям гуляет по своему огромному поместью в дальней части острова. Итак, 47-й. Если ты устранишь трех владельцев гавани, мисс Холл как раз успеет взломать систему. И добрые данные о партнерах Providence. Замечательно, что? Все на меня свалили.
Один я только здесь. Удачи, 47-й. Так. Сохранили. Идем. Ой, вот она. Заметили? Она вот здесь вот была. Ой, а там еще и... Это Людмила Ветрова. Английская аферистка русского происхождения. Так, будь неосторожен, 47-й. Спасибо, вы одна из совладельцев? Да, верно. Я Людмила Ветрова, совладелец гавани и ваша очаровательная хозяйка. Полагаю, мы с вами сегодня еще увидимся. О, я в этом уверен, мисс Ветрова. Ветрова. Чудесно. Я заинтересована вашим внезапным приездом. Наши сотрудники окажут вам радушный прием. Да уж, надеюсь. Спасибо, мисс Ветрова. Найдите меня, когда решите поговорить, мистер Риппер. Думаю, у нас с вами есть о чем поговорить. Если вы еще заглянете в свое бунгало, очень рекомендую. Там лежит письмо, которое вас наверняка заинтересует. Спасибо, мисс Ветрова. Так. А, вот мое бунгало. Это ее бунгало. Ага, вот сюда даже уже наступать не надо. Пробираться только. Так, мне нужны инструменты. Это все можно поломать, сломать. О, отвертка есть. Подождите. Я вот отсюда ее спалил. Нет, не отвертка, подождите. А, вот второй. Ага, вот можно отравить и... Понятно. Отравить можно, там баллон подправить. Так, а где мое-то бунгало? Это не мое. Так, а я что-то не пойму. Ага. А, запретная зона, подождите. Памела, это я. Ты не поверишь, я сейчас нахожусь. Да, это... Он это сделал и сейчас. Это обалденно. У него тут типа врачебные обязанности с пациентом по имени Тастин Уильямс. Он большой. Вэлли, который на другом конце острова, на другом конце... Так, давайте посмотрим, что... Тайсон Уильямс вызвал врача на остров, видя моему нездоровица... Ты уж точно умеешь избавлять людей от боли, 47-го. Не желаешь ли ему помочь? Ага. Вот это уже лучше. Замаскируйтесь под врача. Блин, так туда же и бежать надо. Подождите. Блин. Пока. Ну, пока-пока. Ой, а вот и врач. Подождите. Подождите. Нет, я не хотел. Так, подождите, я как-то по-другому сейчас сделаю. Надо под кого-то замаскироваться, прийти к вам. Да, все хорошо. Так. Так, я что-то взял. Здесь у нас что?
Подождите. Вот так. Ну давай, кто-нибудь. Блин, это уже не пойдет. Вот так. Да я все заберу. Переоделся. Все. Пошли, я тебя спрячу. Так, теперь ты. Сюда же. Найдите сопровождающего в комнату Уильямса. Так, хорошо. А что, только у него халат был? Надо только... Блин, этот... Оружие спрятать. Подождите, давайте проверим, что в этом доме есть. Ага, отпереть. Ну не можем так отпереть. Ой, подожди. Сюда его. Смотрим, что у нас. Ключи нет? Какие-нибудь есть? Нету ключей. И открыть мы не можем никакую дверь здесь. Ладно. Ладно, потом пока его там найдут. Давай. Просто беги. Уже хорошо. Я не знаю, кто вы, но я вам тут подговнял. Так. Нет. А нору мне нечем блокировать. Взорвать, значит, можно. Понятненько. Так, а это можно испортить. Только как его потом туда вытащить. Отвернись. Посмотрим, что будет. Так, а я как врач должен свалить отсюда побыстрее. Надо найти вход, выход, кто он там.
Так, отвлекся немножко. Не только успеваю вам контент записывать, еще успеваю готовить. Давай, смотрим так. Найти сопровождающего. Вот здесь вот можно, кстати, напакостить. Подождите. Главное, чтобы никто не видел только. А, отвертка нужна. Сейчас попробуем взять. Ой. А как сюда пройти-то? Везде все закрыто. А я вас и не видел, прошу прощения. Так. Если бы я вас видел, разве я стал бы такое делать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нехорошо. Так, теперь мы понимаем, что там нехрен нам делать. А испоганить... Что мы можем испоганить? Нам нужна отвертка. А здесь мы можем взять только нож. Где? Hey, how you doing, sir? Как дела, сэр? Да, у меня тут все замечательно, все хорошо. Вау, танцы обниманцы. Танцуют вокруг испанцы. Ничего, что тут доктор у вас бегает. Ой-ой-ой. Ой. Подожди. Ладно, пакости. Хоп. Ладно, потом посмотрим, что там будет. Ох, невинная жертва. Так, он туда ушел. Ну мне-то туда не надо. Там, наверное, сейчас как бабахнет. Так. Ага. Мне, значит, надо тихое местечко найти, где это все можно оставить. Вот здесь, а можно оставить? Так. Сохранить. На третью сохраним. А теперь выкидываем трубу. Пистолет. Колющая, режущая, это точно. Выкинем. А зачем врачу гаечный ключ? Удавка выкинем. Хоть может ее и не найдут, но мало ли. Все вроде. Идем, мы чисты. Что там еще ничего не случилось? А, доктор, верно? Давай. Хорошо, простите, не боюсь, не нужно вас сперва обыскать. Да я согласен, конечно. Что, у меня баночка сока, можно? Стетоскоп
Можно? Спасибо. Ой, да пожалуйста, пожалуйста. Так. Так, это вот отвертка нужна. Открывается сюжетное задание. Так, кто-нибудь нашел зацепки? Мне ведь отвечать за это, ясно? Тот, кто украл у мистера Уинвиса в USB ключ, имел доступ к Вилли. Значит, это кто-то из наших. Пока пусто. Сэр, я сказал остальным, что это так, архив. Так, вот зараза. Посмотри записи, найди вора и принеси мне USB ключ. Мистер Уильямс щедро наградит тебя за находку. Но еще важнее, меня не выгонят с работы. Это сомнительно, так. Праздность, мать порока. В раю завелся... Так, кто-то украл у Тайсона ключ USB диск, который теперь ищет вся охрана. Может, тебе стоит изучить эти записи с камер 47. Конечно, мне лучше изучить. Но только для начала. Я посмотрю, не забыл ли здесь кто-нибудь чего-нибудь. Так, это что? Взять газету. Газету, ну давай возьму газету. Надеюсь, газету носить можно. Вай. Ага, тут надо гаечный ключ. Так. Взял ключ, карту. Можно, можно, значит. Так, неприятная история. Так. Да и у вас ничего нету для меня. Поговорить. Я врач. Ну да, я по вам вижу. Следуйте за мной в комнату мистера Уильямса. Конечно. Ничего не трогайте, у нас сегодня дома уборка. Давай, пингвин. Шевелись. Куда мне? Так. Подождите здесь, доктор. Думаю, мистер Уильямс скоро придет. Хорошо, жду. Отравить. Но у меня нечем отравливать. Вот он идет. Это Тайсон Уильямс, директор компании Гавань, известный тиран и параноик. Уильямс славится со своим крутым нравом и грубостью. Попроси меня заменить его. Зря я решил приехать сюда с любовницей. У меня сильный озноб, док. Я весь горю. Я не могу выйти на улицу и дома не сидится. Это началось дней 10 назад. Синг прописал мне вон те таблетки. От них только башка болит. Кажись, мне нужно что-то покрепче, док. Пожалуйста, снимите халат. Я хочу прослушать ваши легкие. Блин, а мне пингвина надо было убрать, поди, сначала. Так, подождите. Так. Значит, у вас температура, мистер Уильямс? Да, как я уже сказал, она держится больше недели. Но головные боли хуже всего. Мучительная мигрень, док. Светотерапия почти не действует. Чем вы можете мне помочь? Так.
Давай прослушаем легкие. Прежде чем мы придем к радикальным мерам. Так, прослушаем, мистер Уильямс. Ладно, ладно. Так. Покашляйте. Ага. Док, скажите мне всю правду. Все плохо, да? У меня намечается очень важное дело. И мне сейчас некогда страдать фигней. Мы уже скоро закончим. Так. Повернитесь. Вот, вы можете покончить с этим кашлем. Так, у меня есть варианты, мистер Уильямс. Вот так. Тайсон Уильямс eliminated. Он ключик выронил. Two targets remaining. Ну-ка, давай избавимся от тебя. Так. Какой-то еще ключик взял. Давайте сохраню. Утаскиваем. Сейчас тебя сюда поставим, чтобы тебя не видно было. Вон еще какой-то ключик. Так. Все, переоделся. От чего ключи, правда, не знаю. Пойдем. F1, ключи от виллы и гавани. Так, универсальные. Оружие. Оружие мне не надо пока. Так. Взаимодействовать. Так. Ну, душевые, ладно. Так, вот. Это кто такой? Что такое? Кто-то в красной кепке. Понятно. Понятно. Так, вот она. Забирает ключ-карту. И короче, в красной кепке надо искать. И вот эту надо как-то вырубить. Да блин. Все, теперь у меня многое что есть. Кроме отвертки. Ну пойдем смотрим тогда. Это была девушка в красной кепке. Пойдем, пойдем. Это вообще кидается, метательное оружие. Подозрение. Блин. Все с вами ясно, в общем. Сейчас будем разбираться. Конкретики надо больше и больше конкретики. Как вот тебя? Заметят же. Пока пусто. Короче, надо что-то сделать такое, чтобы они все там подорвались. Ой, а я хоть посмотреть, что у меня все есть. Все, да не все.
Ничего не трогать, точно. Эти ничего не трогают, он пока уборка идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Там заметят. Универсальный ключ, карта. Ну давайте смотреть, где. Вот, подождите. Блин, их трое. Хреновенько. Так, мистер Уильямс выглядит не ахти. Давай. Ну-ка. Опа, у меня же универсальные ключи. Так. Я даже не знаю, как вот это. Ага. Эй, гард бой! Да, ты! Нет, все. Воровство не приветствуется, понял вас. Я вас всех понял. На. На. Вот сюда отнесем тебя. Ну, знал он, на кого работаю, же знала. Так. Вскрыть. У меня нет, что вскрывать. Ну, блин, блинский. Это что? Это вот этим ключом может скрыть. Ни хрена. Вау. Спокойно. У меня есть ключи. Отключить. Что-то я отключу. Монетки эти, короны кто? Смотри, прикол. Сейчас я тебе покажу, смотри. На. Опа. Ой, назад, назад, назад. Так, теперь я кто-то другой. Все, взять. А мне вообще нужна эта ключ-карта сейчас? Нахрена она мне нужна, правильно? Так. Конечно. Все, я могу отсюда уже уходить, по идее. А, не совсем, не совсем, подождите. Смотрите, что я надумал. Надо же это стереть. Воспоминания обо мне.
А что ты на меня-то смотришь? О, отвертка. Нет, гаечный ключ. Да блин. На. Вот сейчас им не до меня будет. Блин. На. Anyone copy? We got a real violent criminal on the loose. He really did a number on someone here. Подождите. Так, сохранить. Подождите. Все. Улики удалены. Собираем вещи. Все. Все нормально. Уходим. Теперь можно. Там этого врача пока найдут. Ой, врача. Он врача будет искать, правильно? Я теперь найдено тело. Поздравляю. А у меня отвертки так как не было, так и нет. Кстати, что здесь у нас? Надо посмотреть. Оставляли же здесь пакость. Опа. Блин, да где отвертка-то? Где-то в глубине острова, по-любому. Запрятано. А я, может, отвертку хочу. Хотя у меня вроде ножницы-то есть. Мне нужна отвертка. Где? Есть нечто подобное. О, давайте сюда зайдем. Что за отдых у вас здесь? Так, давайте сохраним. Кто здесь есть? А, подождите. Все, надо тут теперь массажистом стать. Подожди. Так. Так. Хреново. Я думал, тут отвертка. Сейчас.
stuff around. I'll do a quick sweep. Over. Давай, уходи. Не знаю, зачем я это сделал. Уходи. Сейчас, может, кто закурит, да? Ой. У меня тут еще морская звезда есть. Так, мне надо... Ага, о. Нападение. А я думал, не увидят. Надеялся на это. Оказалось, увидели. Так. А вот, ну-ка, ну-ка. Давай. Вот, ну что, ты прям далеко уходишь. Все, понял, как здесь обстоят дела. Только надо массажный этот достать где-то. А где вот он находится? Он в той кабинке, наверное. Только... Сейчас я кое-что проверю. Так. Спрятать. Куда мне тебя тащить-то? Блин, да идите нахрен, подождите. Загрузить. Нет. Да. Сейчас мы ее выманим. Зайдем и завалим. Нет, где-то все равно есть. Я потому что понимаю, что у них должны быть костюмы для того, чтобы можно было отравить. Для того, чтобы пройти это. На. Блин, упрыгало. Понятненько. Он курить пришел. Блин. Где? Где костюм массажиста?
Давай. И что? Блин. Вот сейчас посмотрим. Ой, а тут где-то цель недалеко. Вон там по острову гуляет. Могу я в тебя переодеться? Нет. Ты же меня не видела. Ключ от персонала. Так, я взял. Какой-то универсальный, который все-все открывает. Блин, загрузить. Загрузить. Да и что ж ты будешь делать-то? Давай, я тебя не буду убивать, честное слово. На. Просто ты мне можешь еще пригодиться. Так. Ключ. Ну давайте посмотрим. Так, а ты куда идешь? Это Стивен Брэдли, так, одинокий характер, так, с весьма безрассудными поступками. Ты вот уборщик или массажист, кто ты там? О, кстати, я вас видел по камерам. Слиться с окружением. А я возьму. Так, ну вот, кстати, красная кепка. Маскироваться, потому что я не знаю, кто ты даже. Отрава. Как тебя взять? На. Все, все.
Да вы, блин, запарили меня. Вот, как-то это можно. Знаете, играет в что-то там. Ой, так, ну я так понял, с доктором связано. На. Блин, кто там такие? Непонятно. Сейчас посмотрим. Так. На. Давай, вот сюда тебя. Ключи. Какая-то часть. Ну-ка. Я не знаю, что там. А вот и... Блин, стоп, 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 загрузить. Так. Вот девушка, которая могла карту взять. Найдено тело. Хорошо. Чего-то живо, живо там, давайте. А я вроде как и ни при чем. Я, кстати, тут что-то портил где-то кому-то. Он помер или нет? Так, все чисто, давай. Смотрим. Ты там куришь или что? Блин, вон та жертва там у меня далеко находится. Это что у нас? Бассейн. I'm glad we don't have to talk to that Petrova woman anymore. Мне это пока ничего не надо. Кушай. Так, очень хочется спросить так. Так, посмотрим. Дело Ветровой. Судя по всему, Людмила Ветрова пытается выманить Джейсона Портмана из хижины и приказала одному из сотрудников проследить за ним. Один из его приближенных утверждает, что Джейсон собирается продать Галане свою долю в компании. Ну, это надо было... пробираться и портить. Так. О, а я знаю, что сделать можно. Только ты не уходи.
Тихо. Вот сюда. Будьте любезны. Так. Все, закрылась дверь. На. Вот сюда. Ой-ой-ой. Людмила Петрова has been permanently retired. Теперь выходим. Давайте осматривайте зону пока. Эй, что? Эй, пацан. Эй, пацан, что ли ты сказал? Мальчиком еще назови. Мальчиком своим ты меня назови, а потом обними. Hello, sir. Здравствуй, здравствуй. Так, ты куда это прячешься-то? Так, подождите минутку. Он от меня убегает, от меня нельзя убегать. Где он? Так, у меня где-то есть газета. Зачем заблокировать, правда? А я что, газету не брал? Ну вот это и заблокируем нахрен. Кто-то курить надумал, что ли, или что? Даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос. На. Хоп. Да тихо ты. Беги. So, that's Stephen Bradley taken care of. Well done. У меня тоже есть. Стоп. Вот этим давай отстреливаться будем. Правильно, вы туда, а я сюда. Ой, гром. Я в шторм уплыву. Подальше от вас. А у меня заблокировано, нету ключей. Ну что ж, бывает. Подождите. Не спешите. Так, а где выход еще один? Вон какой-то выход виднеется. Ну, сомневаюсь, конечно.
Да. Через весь остров бежать. Я как понимаю, я вот этого отравил, чтобы тот не приходил, там не пакостил. Нет тренера, нет его. Правильно? Yeah, hey, bro. Здравствуй, бро. Хвалите меня, хвалите. Так, отвертки я и не нашел, так что прошу прощения, я не знаю, где оно находится. Я хотел вон туда, в шторм идти. А придется на самолете в ясное небушко. Ну и чё? Судьба. Не, по лестникам. Даже на катере, не на самолете. Меня ж на самолете вроде притащили-то. Оп, прилетели. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Ну и увидимся только уже в следующем видео. А сейчас небольшой ролик для вас. Надо же знать, чем все это закончилось. Правильно? Господи, я еще и сюда приплыл. Наш пострел везде поспел, да? Ну, красивые места, согласитесь. Вот здесь надо обитать. Здесь надо быть. Ага, а я в костюмчике, так. Как ты провел отпуск в раю? С пользой. Это точно, остальные скоро выйдут на связь. Мы в системе, не знаю, что твой робот устроил на острове, но это сработало. Так, посмотрим. Вот они. Ты нашла их? Да, они здесь. Хотя, минуточку, что-то не так. Видишь, эти контрольные доли акций – основа империи Провиденса. Но у новых личностей партнеров нет. В каком смысле? В смысле, что их получил кто-то другой, ему досталось все, у партнеров больше нет рычагов власти. Кто такой Артур Эдвардс? Это, наверное, вот этот, который меня встречал, да? Это Константа. А, вот он. Вот он. Вовремя слинял. Падла. Сообщение от Оливии. Все идет по плану. Мы узнали, где находятся партнеры, у нас есть новые цели. Мы у финишной черты, старина. Приятное чувство, правда? Конечно. А почему ты на меня не похож? Надо выдвигаться, пока не начался шторм. Пора исполнить наше предназначение 47. Почему у тебя имя есть, а у меня 47? Мы их всех уничтожим. Уничтожим, да. Такатин.